И потом, короче говоря, это, скажи мне, я тебе скажу. А как вас в то время было в отношении на данас? Лепо было, я тебе хочу сказать. Никто не сважался. Дело не, что фалило в том периоду. Конечно, пуна много не хватало. Ну, Нет. фалило, да? Правильно я Нет. понимаю? Пуна много. Понимаешь, сейчас не хватает паре. Все есть. Все Да, есть. пары себе куплю. Но паре нету. Да, вот, например. А тогда паре были. Сколько хочешь. Но не было что купить. Не было. Я имаш пары Границы. не аж так куп. Да, границы были закрыты. Все было закрыто. Понимаешь? И как-то было, это надо было сделать визу, это надо было сделать паспорт, ну, чтобы выехать. Как я помню, моя мама сделала себе паспорт, поехала она и привезла, ну тогда это какой год? 89-й, 90-й год, я уже не помню. И привезла мне, тогда была мода, ты что, курточка такая, знаешь, куртка, ну, вот. И она сжатая, такая, знаешь, да, ты что, она мне привезла и розовую, и малиновую. Роза и малина, оказывается, два цвета, ну, Да. разные. Эх, ты что. Фу. Это было что-то с чем-то. Ты что, ходишь в таких вещах? А какие она привозила, ну, вот эти всякие там тапочки, знаешь, ну, всякие эти вот, это когда, ну, я тебе хочу сказать, я в том городе родилась, что город был закрытый. А знаешь, почему был город закрытый? У нас строились корабли. Авиационные, понимаешь, где самолеты садятся, взлетают, авианосцы называются. Вот. И город был закрыт. И все знали Херсон, все знали Одессу, но никто не знал, что есть город Николаев, понимаешь? Никто не знал. Если приезжали кто-то, подъезжал такой микроавтобус, микробус. Садились все, шторы, все закрыто шторами, понимаешь? И ехали до пункта назначения. Никто не мог посмотреть в окно, не имели права. А ты из Николаева? Николаев, да. Ты нам мало приближи нам тай град, ако, какав је он, какви су људи у том граду, какво је подручје, јел брдовито, јел и У нас море. две реки. Две реки есть. Две реки. Да, вот. Вот как у вас вот река Босна, у нас есть Ингул, вот река. И этот, Господи, Боже мой, дай Бог памяти, я уже скоро на русском языке перестану разговаривать, ты понимаешь? Я пуна много здесь нахожусь. И Ингул, и Днепр у нас. Вот, две реки. Наш город Николаев, он как бы, чтобы ты заехал в наш город, тебе надо пройти мост. Чтобы ты зашел в наш город, понимаешь? Вот. Мост. Ты так никак не зайдешь в наш город. Он с одной стороны защищен водой, понял? И с другой стороны он защищен водой. И вот чтобы ты попал в город, тебе надо или корабль, ну, Он је у суштини као, ајде кажем, коток, вот, оно, особено да је са свих страна заштићен водом. да, да, со всей стороны он защищен водой. Тебе надо или кораблик, ну это на чем ты плывешь, или мост только. Все, больше ты никак не попадешь в наш град. А колки су те реке? О, великий, как у вас море. Как вот ваш Неум, Так у широкие. так наш, даже больше. Даже еще больше. У нас море, ты наше море не видел.
Вот. Ты не видишь ни конца, ни края. Ты так встал, на море смотришь, а там нет ничего, понимаешь? Ты не видишь ничего. Там нету, как сказать, что, куда ты, ну, станешь. А река, река, ты точно так же стоишь, смотришь, но ты очень далеко увидишь что-то. Вот. Понимаешь? Да, да, да. Город очень, как тебе сказать, зеленый. Очень пуна, много деревьев. Да, вот. Они все лепые, красивые. Есть вот, как это называется у вас, не знаю, это дерево. У нас акация. Акация. Понимаешь, вот это вот дерево, вот оно стоит. То есть оно драч. Ну, а у нас акация называется. Тополей у нас очень много. Тополь. Yeah, тополы. Да, вот. И на иногда всяких, понимаешь, ну, как тебе сказать, ну, город городом, а когда выезжаешь с города, есть село, ну, вот, деревня, да, ну, вот, ну, как, село, да, yeah, вот, там люди живут, выращивают му, как корова, вот, овцы, как это, куры, телятину, короче говоря, вот это вот, утки, гуси, я не знаю, как. Да, вот, вот это все, короче говоря. Я то суштини овай, как у реку. Али верую, на что правда каже, я не знаю, как я ушутила. Šta ona malo prije govorila za novac. Ja sam ona ostala, nisam mogla kupiti ništa. Ona želila, ona sam baš ostala i možeš kupiti sve što poželiš. Da. Onaj, ali nema ljubav više između ljudi ko prije što je bilo. I što te ljudi prije bi se i družili i poštovali. I ono, ti znaš, u mene nikada... Vot, danas to nema. Da. Ja rodilas, vot, v stanu, понимаš? Ну, вот, da, ako imaš para, imaš jera. Četvrti povrh. Moja sve se kupuje trenutno. Yes. Все покупает, все покупает. И знаешь, у нас, я привыкшая, знаешь, к чему? У нас врата всегда были открыты, всегда отворены врата. У нас соседи как, ну, вот, соседи там, там человек живет, там человек живет, вот, тут человек живет, и тут мы. У нас не было никогда такого, чтобы кто-то стучался. Ну, сам уйдешь. Заходишь, дай соли, или дай шекера, или просто попричить, понимаешь? Ну, вот. Сейчас до нас, вот, ну, такого нет. Наша тречка, дойдешь, и не просто. Такого нету, понимаешь? Сейчас все, ну, скоро уже год, как я здесь, не была на Украине. Ну, вот. Я, как это сказать, ну, скучаю. Ovaj luk treba u garažbama, negdje u kraj i još da se suši. Конечно, он должен высушиться. У нас есть где-то вот эти сетки. Сетки, поняла? Дрэчица. Ну, такие сетки. Понятно, это дрэчица, они провидны. И вот это туда кинуть, и вот сетка, она проветривает. Поняла? И она сушит. А вот нам иначе лапку оставим. Сейчас, как поберем, а как будет, она на другой ниве лукса. Он найпрво восьмо, как ты ему брал. Ты много не снимаешь шелухи, это его защита. Да. Да, да. Не би, он вообще и струхнет. Да, и струхнет, если ты соберешь много этой вот, вот этой вот. А добро, майко, и буди, эво, вай, например, от мага есть. Эво, он могла бы, он не сознал. Я тебе хочу сказать, вот это самый хороший лук вот такого размера. Самый хороший. Подобно, как почему? Потому что ты можешь белый. Его... Эва, например, бил конопка. Супер. Бога. А были вот можешь. Такие вот. Тю-тю-тю. А выросли. Я хочу сказать, что вот это такой лук именно и подойдет и в салат, и в суп, и во что ты будешь готовить. А вот когда ты берешь, помнишь, мы видели в магазине в Сараево? Вот такой вот. Один лук полкило. За то, что сгапрыскал. И что мне с ним делать? А мне нужно, ну, вот такой, да, лук, вот на салат, ну, вот такой, например, да, мне нужен. А что я буду делать вот с этим луком? Так у нас лук
kod Dinja došao. Da, no, no. E pa vjerovo... I što s njima? Onaj, ili ne, prošle godine, jel me ne znam gdje je kupio, nama nestala luka. Mislim, nije prošle godine, već to je bilo nekako ljetos. Previše ćemo mi početi svoj sat luka. Nama stvarno nestala luka, ali nema niko ni u selu, ba imao spako za sebe. Onaj, i po, u magazin otišao i kupio luk, on je ovako donio luk. Znači, jednu glavicu na tri puta, kad hoćeš nešto praviti na tri puta. Ja se ono, znaš, ja ti hoću skazati, kada luk ti uže otkril, ну, открыл лук, уже пошел берушить, и ты, например, одну часть использовал, а вторую часть положил. Уже вторая часть, потом уже она негодна. Ну, уже она начинает мирушить уже не тем, ну, как лук. Вот, ну, короче, люди. А у нас пара не има ни мириться, ни ничто, ни окусовала. Наша, наша. Evo, ljudi, da sam ga moj šampije da vadim. Za ručak. Ovo nije neće rukama robila, tako da nema. Idem dalje. Ovo ćemo se dobro pomasiti gdje smo sigurno da ima. Jer žuri, a kasnije ćemo se s tim da... Može, kućki. Gdje se otišao? Imamo jedan mali i krupni veliki. Ko je pratio zbora, mi smo ga prskali, ništa, znači, neko je lambilila. Smo je zdravili. Znači, u suštini, hoćeš nešto za ručak, da. Smisliš, dođeš u baštu i uzmiješ to što ti treba za ručak. Tako, pospiješ sad, mislim, tamo malo dalje, na drugoj njivi. Ali eto, ovdje ti je bliže, kad god ti zatreba, moraš doći kad hoćeš, malo se ne izbati. Ja sam vidio te najveći kampi, gdje dođeš u baštu, nalaziš sebi, što te briga. Mi, eto, baš smo, bilo je dosta komentara, onaj, živi bil čekal jesen, tu neće biti ništa, kako ste postijali, niste ga ne pođubrili. Uglavnom svašta nešto, sve je bilo maltene negativno. Dok su jedni opet od publike vikali, bit će ako bulja tu i svega, inače vam rodit. Drugi su pisali, neće onda ništa biti jer nije ni pođubreno, nije ništa. Međutim, ovdje nije god nasijana, tako da, eto, hvala Bogu, nisam trebala ni džubrati ništa, sve niko. Narod ko narod, ostavite jedno ovako, jedno onako, i eto, ne mreš nikom je god. I zelo ne trudim se, jer ne znam. Čekaj sekundu.